Народные гуляния начнутся с 10 утра. Детей и молодежь ждут интерактивные конкурсы и подвижные игры. Фестиваль поварского искусства «Народов дружная семья» удивит гостей разнообразием блюд греческой, армянской, грузинской и казачьей национальных кухонь. В 11 часов стартует красочный молодежный фестиваль «Дружба народов» с концертной программой «В единстве наша сила» и спортивный фестиваль «ГТО. Одна страна, одна команда». Мастера декоративно-прикладного творчества представят выставку работ в мире радужных ремесел. Принять участие в праздновании Дня народного единства приглашают всех желающих.